Целлогена Вилутина. Получила я ее 2 года назад. 2 бульбы. Она досталась мне просто чудом. Из Германии. Было 2 бульбочки и 1 ростик. Но уже в прошлом году она у меня зацвела первый раз, чему я была несказанно рада, потому что процвела по сорту. Цвет набирает на 3-4 день. Цвет очень красивый, нежный такой, розовый, прям фламинго. Губа томинтозная, соответственно, потому что это этот вид, этот раздел целлоген. Крупная. Достаточно крупная, но не самая крупная. Вот у меня есть Даяна, есть Беатрис, и они крупнее. Прирост дает она хорошо, быстро. С одной бульбы она может давать сразу 2 прироста. 2 бульбочки, то есть как бы вот одна, и внутри вот там вот есть вторая. К сожалению, ее камера не ловит. С этой стороны тоже есть ростик. С другой стороны был. К сожалению, я не уберегла, пальчиком сковырнула. За горшок бралась, и так получилось. Ну, конечно, целлогена очень красивая. В содержании легкая, без всяких... можно сказать, покоев и все такое. То есть, но солнышко она получает утром. У меня юго-восточная сторона, больше востока, поэтому она как бы растет у меня в полутени. Но рассеянный свет есть, досвечиваю. Вот. Цветочек размером 6-7 сантиметров, если расправить петали, то она вот как бы в размахе 6-7 сантиметров.